Ником. Про Болгарию я вспомнил, потому что водитель оттуда. Слово за слово, немножко разговорились, про Степана вспомнил. Но вот я, собственно, к чему это, на что пожаловаться хотел. Уезжал я из Киева, там были дожди, точнее, сидел я в Киеве, были дожди. В день, когда я уехал, там вышло солнышко, стало жарко, клево. И вот я прилетаю сюда, и тут опять дождь, что для Британии, конечно же, неудивительно, но все равно очень обидно. Привет всем, кто там греется.